Каникулы закончились раньше срока для участников духового оркестра из Новоникольска. С августа дети приступили к репетициям. За месяц всему коллективу нужно выучить 7 новых произведений. Мы в оркестре занимаемся по 2-3 часа. Также каждый день забираем инструменты, учим дома. Это, конечно, очень тяжело. 7 произведений, и надо быстро их выучить, тем более за такой короткий срок. Не всем удается, но все стараются. Цель поставили не просто так. В сентябре весь оркестр отправится в детский центр «Океан». Путевки туда музыканты выиграли на всероссийском конкурсе «Дальневосточные фанфары». Сняли видео своего выступления, отправили на суд жюри и стали ждать. Результат приятно удивил. Хотя играть вживую дети любят намного больше. Нам нравится, когда кто-то слушает, потому что видишь перед собой людей – и видишь их реакцию, им понравилось или нет. А когда просто играешь на камеру, то непонятно. В репертуаре коллектива известные классические и современные произведения. В портфолио множество побед в международных, всероссийских, региональных конкурсах. Постоянные выступления и поездки нравятся участникам оркестра. Многие приходят сюда в первом классе и остаются до выпускного из школы. Мы ездим на всякие разные поездки, нас приглашают куда-то все время. В Хабаровск недавно ездили на фестиваль «Амурские волны» всероссийский. Раньше-то приезжали еще другие страны, но сейчас из-за коронавируса ничего нет. Но все равно понравилось. Да, все равно понравилось. И привезли оттуда диплом лауреата. Хотя в нашем духовом оркестре занимаются дети без музыкального образования, из года в год им удается обойти тех, кто профессионально играет на инструментах. Секрет успеха в трудолюбии всех участников – и детей, и руководителя коллектива. Это, опять же, дисциплина. Это ежедневные занятия, причем занятия индивидуальные. Я с каждым ребенком каждый день занимаюсь индивидуально. Каждый день мы учим и музыкальную грамоту, и музыкальные произведения, всевозможные рисунки мы проводим. Плюс еще у нас есть концертмейстер, еще концертмейстер помогает. Детский духовой оркестр существует в Новоникольске уже больше 25 лет. Долго носил звание образцового, а недавно получил еще один титул – заслуженного коллектива Приморского края. Единственный на Дальнем Востоке. И сейчас именно этот состав представит регион в лагере «Океан». Всего месяц дали детям, чтобы выучить 7 новых произведений, которые нужно будет исполнить всем участникам творческой смены одновременно. А это почти 450 юных музыкантов. Уссурийцы намерены выступить достойно. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.